Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. В ближайшие сутки в Латвии сохранится циклоническая погода. Этой ночью зона осадков продолжит свой путь на восток, и дожди ожидаются в Земгале, Видземе и Латгалии. Ветер слабый, и в отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха плюс 13, плюс 17 градусов. Завтра в первой половине дня на востоке страны еще ожидаются дожди. Затем осадки прекратятся. При этом во второй половине дня кратковременные дожди с грозами пройдут на западе страны. Ветер слабый, максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге этой ночью плюс 15, плюс 17. Ожидается дождь. Днем в столице возможна гроза, а воздух прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Завтра «Русское вещание ЛТВ» начинает новый сезон в 17:00. В эфир выйдет программа «Жизнь сегодня», а выпуск новостей начнется в 19:00. Не пропустите. Хорошего вечера и до свидания.